Светлана, зрители канала Укрведе Тревел и программы «Мистецька хвиля плюс» искренне приветствуют вас на такой чудесной выставке, которую вы же и организовали. Но вот место этой выставки, проведение ее, несколько необычное. Расскажите, где мы находимся и как родилась вообще идея провести вашу выставку персональную именно в этих стенах? Я рада приветствовать зрителей. Эта выставка является продолжением предыдущей экспозиции, которая состоялась в ноябре 2016 года. Была большая моя выставка «Украинские визерунки». И эта выставка, которую мы видим сейчас, является ее продолжением кафедра этнографии и фольклора Киевского университета имени Шевченко. Любезно пригласили меня сделать выставку у них в Мистецком зале. Я была очень рада этому событию, потому что очень много моих работ, они как раз посвящены каким-то этнографическим моментам. Очень люблю украинские костюмы, все, что связано вот с этнографией. Это одно из моих таких увлечений вообще на самом деле. Вот. И я очень рада, что меня пригласили. Вот. Пани Мария и Оксана, организаторы этой выставки, я им очень благодарна. Они посетили мою мастерскую, и из большого количества работ у них предстояла серьезная такая задача отобрать вот для этого зала 17 работ. И они очень быстро с этой задачей справились. Вот, и выставка получилась, как на мой взгляд, довольно интересная. Здесь представлены разные работы, также написанные в разных районах Украины, вот, и Карпаты. По сравнению с той выставкой, которая была, то есть присутствует новая работа. Например, есть работы 2009 года, написанные в Буковеле, в Карпатах зимой. Вот, шел такой снег мягкий, холодно было, но мы работали, и вообще работа приносила большую радость. Вот, было очень интересно. Например, вот гуцульская такая повозка, лошадка, или, например, село Поляница, там такие хаты. Пане Петре, вас не дивує, що не в галереї проводиться виставка Світлани Аношкіної, а в такому досить цікавому і дещо несподіваному місці? Ну так, як на дверях написано «Кафедра мистецтв» чи «Кабінет мистецтва», то це вже добре. Але для того, щоб, наприклад, автор десь себе показав і все, тим паче, що тут, мабуть, не тільки, мабуть, заняття проходять студенти, і це дуже приємно, тому що якраз залучати до мистецтва молодих, талановитих дітей, які в нас є, які навчаються в університеті, це прекрасно. Я Аношкіна, мені здається, вона як виступила тут як великий професор, як педагог. Знаєте, я от сьогодні, ми говорили з Світланою на цю тему, є у Великого Макаренка, вчителя вчителів, прекрасна фраза – сіяти розумне, добре, вічне. От що ви очима художника з цього приводу хотіли б сказати? Ну так воно так і є. Ви ж подивіться, які твори красиві. Красиві твори, і сіяти добре все. І от вона залучає тут багато із різних кутків Карпати, Седнів, України. Я не знаю, тут Парижа тільки немає. А так все, і вона показує, що яка в нас земля красива. То і дійсно, що це є заслуга. Ну, художник взагалі повинен показувати красиві місця. Хто-то проходить, не бачить, що там якісь кущі чи дерева. Так я художник намалював, і ага, дійсно красиво. Оце сьогодні ми бачимо в творах Світлани. Позиционирование художника, поскольку живопись должна быть признана с самого начала. То есть студенты, молодые люди должны видеть, должны приучаться, должны развивать свой вкус. И тогда в их душах появится что-то светлое, и они станут осознавать правильное искусство. Thank you.
уникальный человек, уникальный художник. Я счастливейшая обладательница ни одной картины Светланы. И ее техника, ее мягкость, ее позитивные работы меня всегда вдохновляли. Спасибо большое ей. И творческого успеха, и вдохновения. Да что вас привело на эту выставку? Наверное, то, что в работах воспоминания детства. Когда смотришь на картины, ты вспоминаешь детство, вспоминаешь каникулы у бабушки, мальвы. Вот, наверное, это и тепло, которое исходит от картин. Чем вам импонирует живопись Светланы Аношкиной? Чистотой природы, цветами, хорошим настроением, светом, вдохновением. Меня это очень радует, потому что сейчас молодежь так мало видит настоящего искусства, и оно такое искусство, оно развивает душу, оно дает понимание, что есть истина, что есть добро, что есть любовь, что есть, собственно, самое большое. Ничего нельзя создать более красивого, чем Бог создал. И вот это должно идти в души студентов, которые будут приходить сюда на кафедру и видеть, да это же хотенка, это же у бабушки моей такая хотенка, эти мальвы. Мальвы – это как символ вообще славян. Стог, посмотрите, да дед же мой там косил, так складывал. И вот это все должно входить в души молодежи, чтобы они не старались а-ля, не знаю, может, лишнего скажу, ну, короче, старались нести именно свое родное в своих душах, а не то рекламно яркое, извините меня, попугайское, которое сейчас старается вставить в душу молодежи. Ну, это, наверное, не надо вам вставлять на все. Нет, это как раз надо, потому что зрители нашего канала думающие люди, и они абсолютно солидарны с вашим мнением. И еще, хотелось бы поинтересоваться, вот вы как мама, самый главный ценитель творчества Светланы, что могли бы сказать о ее, ну, главном душевном качестве? Я хочу сказать, что это очень... добрый, очень добрый человек, свет в душе, потому что люди, вот, видя ее, общаясь с ней, у нее же много учеников, они тянутся к ней, они видят, что это очаг светлоты, доброты, искусства, глубина знаний по ней, об искусстве. Она выкладывает им очень много, потому что сама много успела прочитать, накопить, осознать и принять душой. Это очень важно сейчас для молодежи. Кто підказав Світлані саме цю локацію? Я підказала, коли ми прогулювалися своєю родиною, чоловіком і донькою мистецької галереї на Льва Толстого. Ми коли зайшли в цю галерею, ми просто були в захваті від такого душевного передання самого такого сокровенного українського, дорогого нам серцю, і як і фольклористу, і взагалі як українці. І мені одразу захотілося познайомитися з художником. Я підійшла і запитала, як можна побачитися, чи якісь контакти з художником. А Світлана Аношкіна каже, так я художниця. І от в мене така виникла ідея, чому нашим студентам теж не долучитися до таких прекрасних полотен, щоб збагатити свою душу, своє бачення, свою любов до України. В цьому кабінеті проводяться різні заходи. Тут і різні і симпозіуми, конференції, захисти дисертацій. Ця зала постійно у нас в русі.
І різні читання, і літературна творчість, свої різні семінари проводить, так що... І головна мета, щоб люди приходили сюди Познання, подивившись на ці прекрасні, чудові картини, за якимись яскравими емоціями. Емоціями, звичайно, звичайно. Тільки для збагачення своєї духовності. Если посмотреть на эти работы, вы увидите большой багаж знаний, обучение в академии, красный диплом, более 80 персональных выставок. И эти работы объединяют в себе этот украинский фольклор, этот украинский визерунок. Где-то это в предметах одежды, где-то это соединение травы, где-то это соединение веточек деревьев. В каждой из этих работ можно рассмотреть и увидеть вот эту национальную какую-то идею. Поэтому я призываю вас, когда вы будете рассматривать ближе, даже не смотреть, а чувствовать. И действительно попытаться уловить, что чувствовал в этот момент художник, когда писал эти работы. Хочу, чтобы мои картины пробуждали, конечно, любовь, радость в сердцах, какую-то любовь к природе, любовь к Украине, к этой земле, где мы живем, к разным ее уголкам и каким-то вроде простым пейзажам. Просто нет, может быть, каких-то особенных там красот, например, как сток сена. Вот. Но в нем такая прелесть на самом деле, вот, такая свежесть. И просто хотелось бы, чтобы молодежь обратила внимание именно на какие-то простые сюжеты, которые вызывают, например, в моем сердце большую любовь к природе и вообще к Украине. Эта выставка вообще на самом деле для всех. Для всех тех, кто любит искусство, кто любит живопись, такую реалистическую и импрессионистическую. Вот. Для тех, кто любит природу, Украину. В общем, для всех открытых и добрых сердцем людей. Ну что ж, на такой хорошей, я бы сказал, оптимистической и уже весенней ноте мы с вами завершаем наше очередное, надеюсь, не последнее, а крайнее в истории наших отношений общение. И от имени всех зрителей канала Укрюдье Тревел, от имени всех почитателей вашего таланта, как действительно по итогам прошлого года лучшего киевского художника, который завоевал главную номинацию в вашем творческом цехе, искренне желаю вам счастья, здоровья,
долголетия творческого и новых интересных сюжетов. Спасибо. До новых встреч.